спасибо большое за донат. Текст доната «Привет, Моисей, зацени, пожалуйста, трек». Хотелось бы общее впечатление от песни, какие плюсы, какие минусы услышал. Спасибо большое. Кстати, весьма хорошо. Слышите, что микс типа не турбо дорогой, но он добротный такой какой-то, да? Звезда, за ней миллиарды таких же сейчас потом. Блин, и вот и вокал, как вот постоянно такая история. Вот он не очень уложен, и мелодия тоже. Бесконечное число иных любых событий и судеб, которым случится дано. И как бы узнать, то ли солнце поглотит планету, или потоп наша данность, двигаясь только вперед во времени. Слишком громко вокал еще. И опять же сухой, без обработок, без эффектов. Без пространства, из-за этого скучно. Все, что когда-то узнаем, блеск горизонта вселенной на расстоянии взгляда. На расстоянии. Затянутый припев. Прикольная реализация такая, типа, блядь. Звучит, как будто группа солянки какая-то, если честно. Вот струнные, тоже вот эти клавишные все эти штуки, они не очень грамотно, что ли, уложены внутри микса. Поняв суть всего, рассчитав все исходы, беспомощно, жалко, спокойно, без паники, сознанию лишь ожидать остается, когда оно станет жизни изгнанником, не видеть наблюдатель бескрайней вселенной и времени. Говнида, конечно, лучшая группа. Кто мог бы сказать, что все это действительно, кто видел, тот и создал. Вспыхнет звезда, за ней миллиарды таких же сейчас, потом. Бесконечное число иных любых событий и судеб, которым случится дано. Вот нет экспрессии, да, еще в вокале. Ну, случится, события и судеб. Просто такой рассказ как будто идет. Нет именно вокальности в вокале. Вот от души замороченная такая часть по партии, да? Но опять же, вот как звучит, то есть... То есть, типа, именно... Мне кажется, то ли как сведено, то ли все-таки вот как-то... Саунд-продакшн, да, грубо говоря? Ну вот, блядь... Я представляю, как это должно было быть, и как это в итоге получилось. Ну, типа, это ж явно не то, как... Можно было бы сделать это все. Руки вверх, как отношусь. Там супер хитовое все у них. Супер въедливое. Настроение они поднимают, но в целом не знаю. Это... Набухаться надо, чтобы нравилось. Кстати, достаточно экспрессивный вокал. А здесь такой мяло. Плюс ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту с богами выбор нот. Типа тоже смешноватый. Ну, барабанщик там жесть прям. Тащит своими суперсбивочками, карданными фашмаками.
клавишные все душат прям без. И плюс то, что они дублируют партии, тоже вот это скучноватый ход, как мне кажется. Ну, как-то так, наверное. В общем, нельзя сказать, что это прям лютый кал. Здесь много чего было в этом тречочке. Ну, типа, нехило так поработать все равно нужно было. Но вот, типа, те моменты, которые я назвал, то есть там скучноватый выбор нот, душащие клавишные и неэкспрессивный вокал, наверное, вот это то, что, ну, запоминается об этом треке. Успехов, мое почтение. Едем дальше.